Всем привет, с вами Лири Лин, и сегодня такая неожиданная предновогодняя распаковочка. Сейчас расскажу, в чем суть дела. В общем, я в одном магазине, название вы видите на экране, случайно увидела предложение, от которого невозможно было отказаться. Мне его показал один знакомый. В общем, можно было купить одну интересную коробку, буквально в два раза дешевле, плюс бонусом еще несколько ништяков. Я, конечно, не устояла. И на прошлой неделе сделала заказ. Вот коробочка приехала. Сейчас посмотрим, что там в этой коробке. Запаковали, конечно, так, что открыть можно далеко не сразу. А то я не уверена, что открываю с правильной стороны. В общем, запаковали тут, конечно, знатно. Доставка Боксбери. Я, честно говоря, даже не знала, что они еще работают. Очень давно не пользовалась их услугами. Все время то Озон, то почта. Ну, вот, пожалуйста. У меня даже отделение есть недалеко от дома. Открываем. Смотрим, что там такое положили. Да, все-таки открыла я не с той стороны. Вот. А внутри у нас... Вот такое специальное оружие для ереси. И вы не поверите, все, что находится внутри вот этой коробки от Cardplace, все это мне стоило 2341 рубль. Ну, плюс доставку, но это прям не критично. В общем, в наборе еще вот такие кисточки. Сложно сказать, что они из себя представляют. Ну вот, в общем, их положили. Кусачки. Кусачки выглядят стандартными. И вот такой модельный нож со сменными лезвиями. В общем, набор начинающего моделиста. Я так понимаю, это накладная внутри. И вот такая коробочка. В общем, реально, вот это все за 2500 рублей. Можете себе такое представить. Я когда увидела, я честно скажу, я обалдела. Ну, конечно, это не какая-нибудь там плазма, но тоже, знаете, неплохо, потому что в любом случае все Special Weapon мне, как поклонницы ереси, были очень даже нужны. В общем, не знаю, правда, что делать вот с этим, потому что как раз в них я особо не нуждаюсь. Наверное, оставлю для какого-нибудь конкурса. Все это пойдет на приз какому-нибудь человеку, которому повезет. Посмотрим. Сейчас я открою эту прекрасную коробочку, зарежем пленочку и посмотрим. В общем, я честно скажу, я просто счастлива, потому что, глядя на цену этих коробок, где всего лишь немножечко рамочек с оружием, мне как-то не очень хотелось их покупать, потому что дорого. Ну, 2000 рублей, это, как вы понимаете, 2000 рублей. Это прям, ну, совсем ни о чем, так можно сказать. Так, в общем, коробка. Вот такая инструкция, как это все собирается, устанавливается. Ну, даже тут они не могли сделать целым оружие. Это прям забавно. В общем, вот так это ставится. Полезная штука. Ну, практически все, что вот здесь обозначено, кроме клея, вместо него кисточки, они положили вдобавок к этой коробке. В общем, вот таких получается сколько? 4 литника. Вот этот с меслами. Вот они тут собираются. Из двух частей, я так понимаю. Но вот это, по-моему, от болтеров. Да, они просто одинаковые. Часть болтеров, часть пушечек. Ну, прикольненько, они одинаковые. И вот такие с руками. По сути, поменять только руки, и можно спокойно ставить их на миниатюру. Правда, я иначе их магнитила. Поэтому, конечно, у меня еще остались не собранные. Новую партию придется как-то иначе делать, чем так, как я планировала, потому что здесь есть, например, вот такие штуки, и они явно отличаются от того, или вот так, например, рука стоит.
Так. В общем, они отличаются от того, что в обычной коробке. Но это точно такая же. В общем, я довольна. Можно сказать, поймала неожиданный бонус под самый конец года. По-моему, одна или две коробки там еще есть. Ссылку я оставлю. Ну, кому повезет ее схватить, тот будет счастливым в новом году. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч и с наступающим!